Сейчас обгоню его. Какой зловещий скрежет. Оно в секунду не останавливается. Я еще пищалку ставил, чтобы это самое, чтобы не забывать выключить ее. Она сама себя съест. Да, да ну блин, там такой капец. Ну вот в вашем случае еще самое худшее, что может случиться, это через губы протянет крючок. И он будет там ходить. А в моем случае, там, во-первых, крючок через губы не пролазит, а во-вторых, нету места между барабаном. Барабан полный, если оно начнет проворачивать, там такого она проворачивает. Чтобы у нас тоже был полный барабан. Уже отъехала эта фирма куда-то в другое место. Полный барабан. Полный барабан тоже плохо. А все, он оттуда никогда не и в болото с поворотом. Вова, Вова, маршрут не надо. Все, я колею протоптал и точку нашел. Это туристическая. Туда можно Харт туда там. Можно сюда? Да, там кто-то должен подъем давать отсечку. Едем, подъем, Руслан, подъем, вон человек хочет стартануть с кем-то на время. Даже точки это, колею протоптал. Давай, до Джо Минивой. Давай, подключи, возьми. Да давай, 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 давай. Давай, до Джо. Да туда мы не выйдем. Чего, на ДВРЗ туда? Да, да. Оттуда на горке. Разберем ей же ключи. Да не выйдем. Блядь, а земля ходит. Да, да, они еще хотели хабы. В смысле, этот хайджек. Хайджек. Бы и не нашли. Оттуда сюда. Что? Оттуда сюда? Да. Да, оттуда сюда. Там старт, а тут сидишь. Облексус. Лёха говорит, сможет или не сможет выдержать удар, да? Приедут, подумают, что это пилит лес. Не, подумают, что это самое, говорит. Hello, is the police? Yes. I is here the gun там. Как? Тра-та-та-та-та. Так и дочка, навалит, блин. Так, пока стоим. Давай, давай, давай. Так что, третьим? Отъезжайте Лексусом, потому что финиш будет об Лексус. Вот. Блин, началось. Лексус или двухсотка, Паш? О, Лексус или двухсотка? Не надо, не надо. Давай. У них один Лексус. Зрелище, Паш. Придется переезжать через пролив. Тут два озера слева-справа. Уже интересно. Что, Лянча задом будет ехать? Лянча задом будет ехать? На первой скорости. Втроем будете стартовать или... Не, по два, потом с победителем, да. Че, втроем? На вылет. Без результата времени, просто кто первый приехал. Время на камере потом можно посмотреть. Не у всех, у меня только дату. Не, засечь на камере. Ну, засекай. Телефон включить на запись. Зачем? Кто первый приехал, тот и остался, а тот выпал. Да. Телеметрию уж не будем менять. Ну что, сначала Нива и Додж? Не, все втроем. Своя метелица. Не, они втроем не поместятся. Не, фарами лучше. Давайте, Нива и Додж, готовы? Фарами помигайте. Миши нету радиостанции. Надо, чтобы одну линию стали, Вова дальше стоит. Нет радиостанции. Вова быстрее. А у кого фонарик есть? Фонариком им старт дать. О, а в Додже вроде нету этого. Ага. Пару. Вован, ты сигналишь или Додж? Да. Так, надо отходить. И раз. Попробуй прогрейсинг. Теперь полосами меняемся. Освобождайте трассу.
своя метелица теперь. Ага. С блэкджеками, шлюхами, да? Не, ну тут не место. Миха, убирай чуть-чуть, сейчас же те будут ехать еще. О, сейчас интересно. Миха, отъезжай, может, дальше. Да, сейчас Миха убирает машину и стартует. Тут победила мощь. Надо, давай скажем, чтобы старт по Lexus Safari. Сейчас его попросим, чтобы он моргнул. Рации же у обоих есть, фарами мигните. Все, давай, сейчас попросим Lexus. Так зачем? В рацию, я говорю. А, в рацию, да? Ну, давай в рацию. Короче, приготовились на старт. Внимание. Марш! Не. Это не факт. У кого какая полоса, смотря как пойдет. А, Макс по колее погнал. Да, как даже не то, что по колее, а у него уже колеса, его не так носят. Это сам. Макс и дочь, возвращайтесь на старт. Миша, перезаезд еще, дочь и Макс. Давай, сейчас если Макс первый приедет, будет смешно, да? Ну, не смешно, мастерство не пропьешь. Макс, давай на это самое, на финиш. Макс, давай с доджом. Давай, Лексус на победителя. На старт. Внимание! Марш! Блин, дождь, конечно. Ох, аж качает. Не, надо поменять колеи теперь. Миха, давай во вторую колею. 5,7 против 5,9. 5,7? Меняют траекторию. Какие 5,7? Я извиняюсь. Меняют траекторию. Ну, этот 5,9, а Lexus 5,7 может быть, если бензин. А их же дизельные не делали. Да. Сейчас разровняемся. Не все. Издалека, да? Не все сразу. Готовы? Фарами помигайте. Сделает и доджа. Она ж быстрее разгоняется. Миха, готов? Давайте на старт. Внимание. Марш! Блин, все-таки дело в траектории, да, пока, да, что, посмотри. Да, да, да. Посмотри, что Макс творит. Отрыв больше. Подождите, перезаезд, ребят. Что такое? Заднюю забыли выключить? Макс, перезаезд. Пониженную забыли выключить. Что случилось? Перезаезд. На старт. Внимание. Марш. Блин, вот подрезай, это ноздря, ноздря, да? Ноздрю, блядь! Ой-ой-ой! Бля, красавец! Сейчас такой приезжает, там почти минимум. Ага, да, блин, вот это жестяк, конечно. Давай. Миха, сбрось его с УАЗика, будешь первым. Капец тебе, жаба. Ну. Внимание! Марш! Блин, вот там колбасит.
вот дождь, конечно, режет, блин. Прикольненько. Зачетно выглядит. Сон тоже не очень. Сейчас на горочку, блин, и задом. На горочку сон. Ключ на ключ. На растаможенную, да? На литовский. Не, ну блин, аж как ты хотел. Застрял, все, дешевле, цены падают. Цепляюсь в тропу. Наверное, задом. Ну что, подцепляй. Молча. На палец, на лес, суй палец. Шакел надо. Давай. Смотри, 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 подтащил, подтащил. Конечно, с четырьмя колесами лучше, блин, надо делать блокировку в лимоне. То, что это не то пальто. Все, yes. Не один такой. Такие блокировки, блин, у Lexus. Такие же, как и у Land Cruiser. All Land Cruiser. Куда? Куда уже полез? Там видишь, как загнуто? Я фуру дергал, блин. Палец выгнулся. Да оно тебе не надо, давай по берегу сниму. Оно и тебе не пригодится. Я придумаю, поставлю. Серван где-то блестит. Только смотри, вовремя остановись. Тропа короткая. Ровней, ровней, ровней. Подальше от Land Cruiser. Что-то нихера. Вот, так тут и спереди есть крючок. Смотри, тут есть варианты. Смотри, Land Cruiser сидит. Спереди за тебе, один туди, другой туди тянет. Как пилой распилить. Так может чуть вперед и рывочком? Ты тут сейчас меня накопаешь, и я думаю, приеду. Может, подъедьте, Мазду дерните, потому что Нивкой что-то задним ходом не очень, и стропа короткая. Руслан, что ты опять устроил пробку из белых машин? Подожди, попробуй, может, подровняешься. Хотя, в принципе, он потянет. Если он потянет, ему пофиг, куда у тебя руль. Отъезжай на всякий случай Нивой. Главное, влево руль не крути сразу. Саня, ты его, может, как-то так влево чуть-чуть, чтобы ты его не развернул, чтобы он не приехал мне в Land Cruiser правым крылом своим. Смотри, влево попробуй больше. Ух, бляха. Я же говорил ему, пофиг, куда у тебя руль. Оу. Я? Вон Нива едет. Вот это будет поворот. Глумление достигло апофигея. Вот это поворот. Смотри, чтобы ты его не втащил в какие-то пеньки там справа. О, так смотри, что-то и дождь там сверлит, блин. На блокировках. А, как пальцы примерзают. Что-то под вечер начинает мороз брать.
Девочки позавтракали плотно. А мне еще батя давно говорил, не бери ты с собой тёвок на покатухи, не тяжелые. На подъем? Не корми их просто. Бери легких каких-то. Им с вечера проносного надо было сыпнуть. Блин, это с блокировками со всеми. 5,9, бородать. Ну. Мы попробуем уже в натяжечку сначала. Готовы? Погудите, если готовы. Давай, давай, отмашка. Готовы? Готов! Давай, тяни. Он, блядь, кино снимает, как Руслан. Ого! Да, пацаны. Это фиаско, Вова. Я ж не знал. Подбирай трос, Серег. А он динамичный, он складывается. Ты так копанул, блин. Хорош, 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 там пеньки какие-то. Но он там сидит, он жестко сидит. Я ж не знал, динамичная она или такая. Динамичная? Ну, оно тонкое, я не знаю, что это за динамичка, откуда этот трос. Может, прилетело ему сейчас что-то туда. Да, если трос говняный, может прилететь. Ехать? Не прилетит. Вот это поворот. Еще покатуха продолжается. Land Cruiser выскочил сам. Развернулся на месте там возле этого. Еще и за этим самым, за доджом по целине по такой проскакал наверх мимо пробки. Все-таки Nokian шипованная рулит. Туда ехать не надо, Паш, там тяжело. Тут тоже нелегко, тут с поворота и такой перекат нормальный. Давай, да. Я понял. Нормально, нормально. Макс, поедет вперед, Ниву пропусти, она направо уйдет в лагерь. С удовольствием, но тут Саня стоит, едет. Руслан с Т4 стоит и некуда просто стоит. А, они до поворота стоят, да? Оп! Хорош, хорош, на стропу наезжаешь. Ну тут сейчас, блин, то, наверное, давай на эту камеру, как все ехали. Не надо. Да, ямка, блин, передним колесом попал и жопу спрашивал. Нет, так я сразу сказал, что тут никто не проскочит с этого поворота на горку, блядь, такими колдоебинами. Ну, поворот, думал, на повороте сяду, поворот выскочил. Вот ямки, блядь, только хераки сраку, блядь, скинул, пиздец. С таким шлифуем. Чтоб Мазда еще там подождала, я бы сдал бы вниз, может, еще бы с разгона бы получилось. Отъезжайте! Отъезжайте! Сейчас! Он хочет выскочить, что ли? Сейчас, Lexus даст сторону... Hyundai проедет. Отъезжай! А не гавкай! Не гавкай, как собака. Хорош, нормально. Стой пока, может он выскочит. Если выскочит, то... Давай, 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 давай. Туда аж за этим, за Hyundai становись. Теперь осталось Руслана вытащить. О, это будет интересно. Руслана Оксановна, давай, едь сюда. А он с брусом на шнурке или без? Ну да, наверное.
Оно наоборот, как-то пониженное бывает, зарывает сильнее, чем это самое. Чем просто бы ехал. Так смотри, сейчас транспортер едет быстрее, чем РУС, блин. Ну, пока да, уже нет. Что, погнали? Стопе, стопе! Блин, ну, не всем. Вообще не всем. В машине сижу, снимаю, а у них там на улице такое творится. А я вот не помню, на бомбе я сюда поехал или нет, тут очень узко было, и одним колесом... Там наверху узко, папа? Да, да. Узко? Да. Ты не пробегаешь? Ну всем так всем, заезжайте, что это ну. Что вы пятились? Я беру развод. Да что давай, ты все сломала, я тебя чини. Вот и батя. Блин, дождь вообще не едет, надо что-то решать, Руслан. Не едет? Ну ты же видишь, 10 раз и, блин. Давай, бой вы. Все, пока. Давай, дорогой. Да, съели, а? Обещал же не заниматься такой хуйней. Так это я на повышенной ехал. Я представляю, если ты на пониженной поехал. Без блокировки. Ты сзади Руслана тащил. Так запускайте Лексуса, хули. Тут вообще ни о чем горка. Руслан, давай, отцепляй. Ну, съел, блядь, съел, Русланчик, а? Я транспортером. А кто на нашу горку? Тут все мои горки после этого случая. Давай, жги. Если мотор лег, то не твои. Я тут на бомбе везде ездил и на вот эту заезжал. Ты думаешь, что у вас получилось пролезть? Там кто-то штурмует за бомбой. Короче, храбрых нету. Вон Русик вроде едет с этим. С
Если бы еще елочку там внизу нарядить, вообще было бы такое рождественское настроение. Куда ты поперла, Шара? Фу, 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 фу. Это он специально транспортер прицепил, чтобы не кататься. Буйных, храбрых много, буйных мало, вот и нету вожаков. Ну вот это наши пацаны. Ебать, вот это. Только Тойоты здесь и рулят, блин. Так он на пониженной ехал и все такое. Скажи. Он же на холостых ехал вообще. Я же говорю, тут и Мазда выедет, это самое. Давай на Мазде, это будет поступок. Тихо, тихо. Нам всем влево надо потом съезжать. Руслан, ты почему не катаешься? Лучше тут только для козырных машин. Занят съемкой. Короче, тут горка только для нормальных пацанов. Все, кто заочковал, сюда не едут. Налегке, налегке. Только не толкай, Саня, только не толкай с горы. Сейчас я вам гол забью. Пеналя. Ну, пенга. Поворачивайте, чтобы Рено Кенга сюда заехал, вообще будет ганьба у вам. Тогда даже, по-моему, и не буксовало. А не, буксовать буксовало, моторы мощные, но хорошо залетает. Не, я в натяжку шел. Так какую натяжку, ты сзади себя видел, вот так жопа скачет. Я сначала ехал медленно, сюда доехал, потом включил блокировку межосевую, чуть сдал назад. А я, кстати, забыл, я пониженную включил, а межосевую забыл. Она сама включается, когда ты пониженную включаешь. Это поворот. Ну, так он там, наверное, не пройдет. Так не вот пройдет. Сюда надо. Ты ровно назад, больше разгон и выскочишь. Так, а дальше все у него тут типа, не надо сюда. Ты что, направо и съедет там вниз? Есть вот туда. А, ну, разве. Это ж мы тут не съедем. А это пенек или это снег так лежит? Снег. Да, даже если и пенек. Пойдет. Пойдет. Я знаю, что пойдет. Вот и не получится. Ну, главное, теперь... фонарик потеряли или телефон? Ага, кто такой? Ага, телефон. Это чей телефон? Ну, сейчас главное правым колесом засохнуть не зацепить. Да даже если зацепится. Твой телефон, Миха? Да, я на ключу им положил, мне попиздел. Не выключил, хорошо. А я смотрю, что-то бликует там в снегу это самое. Выключи это, фонарик, да, и вытри, вытри. Тоже это. IP? Защищенный. А, ну, типа. Транспортер где? Вон снизу
Нет, уже поднялся, развернулся и уехал. Руслан, давай что-нибудь покажи. Русик, хотя бы просто запусти этот самый УАЗик без себя. Вот это Русик стоит, вот это вот светит фонариками и нифига не катается.